У меня был последний шанс ликвидировать Вольфа на аэродроме в Тиргартене в 18:45. Времени оставалось в обрез. Чтобы остановить Вольфа, нужно было снова отправиться в самое сердце Берлина. Так как весь город лежал в руинах, единственная пригодная точка для стрельбы находилась там, откуда я начал. Мне нужно было попасть к Бранденбургским воротам. Город был объят огнем. Бои не прекращались. Настоящий ад. И где-то в центре огненного шторма эта тварь собиралась сесть в самолет, улететь в безопасное место и увезти с собой в Москву все секреты ракетной программы. Если, конечно, я его не остановлю.
Найдите его!
Прячется, прячется! Thank you.
Он где-то здесь! Покажи, снайпер! У нас потери! Боец убит! Что случилось? У нас потери!
Битва за Берлин закончилась в 8:23 на следующее утро, 2 мая 1945 года. Когда комендант Берлина генерал Вейдлинг подписал капитуляцию и сдался генералу Красной армии Чуйкову. Через несколько дней война закончилась. Но уже начиналась новая война. Холодная война. И я был ее первым солдатом.